Поддержка сельского хозяйства в 2016 году останется одним из приоритетных направлений и для Ненецкого округа. В регионе утвердили порядки предоставления субсидий из окружного бюджета оленеводам и рыбакам. Речь идет о возмещении части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства, а также возмещении транспортных расходов по доставке продукции животноводства и рыбы в Нарьян-Мар. На оба этих направления в следующем году выделено более 220 миллионов рублей. Некоторые ставки субсидирования выросли по сравнению с текущим годом. Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию мяса, оленины и субпродуктов первой категории, согласно принятому порядку, как и прежде, будут выплачиваться юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые производят и реализуют продукцию оленеводства на территории округа. Мера поддержки будет предоставляться также ежемесячно на безвозмездной и безвозвратной основе. В новом году изменятся только ставки предлагаемых субсидий. Если произведена поставка продукции на перерабатывающие предприятия, то ставка повышена, составляет 150 рублей для юридических лиц и 100 рублей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. При реализации оленины прочим потребителям ставка составит 40 рублей за 1 килограмм мяса, но только в том случае, если цена 1 килограмма не будет превышать 270 рублей, а общий объем реализации будет не более 10 тонн. На это направление в 2016 году будет направлено более 200 миллионов рублей. Такие меры окружной поддержки направлены как на поддержку оленеводов, так и стимулирование к сбыту продукции на предприятиях региона, а не за пределами округа. Чуть больше 25 миллионов, как и в 2014 году, направят на возмещение транспортных расходов по доставке продукции животноводства и рыбы в Нарьян-Мар. Речь идет о завозе окружными предприятиями сырья с убойных пунктов региона, а также свинины, говядины и шпика свиного из-за пределов округа. Также доставки наваги, корюшки и камбалы от места вылова до столицы региона. Транспортные расходы могут быть возмещены в следующем объеме. 99% по вывозке мяса, сырья для мясоперерабатывающей промышленности округа. Также возмещение 80% транспортных затрат на при завозе свинины и говядины на территорию Ненецкого автономного округа для последующей переработки. Также предлагается данным проектом утвердить возмещение 80% транспортных затрат по перевозке рыбы трех видов, в основном морской, камбалы, корюшки, наваги, на территорию города Нарьян-Мар. По информации профильного департамента, на возмещение транспортных расходов в 2016 году не подали ни одной заявки. Ирина Цепетова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».